Какого черта? Не смотри на меня и не показывай, что мы разговариваем. Мне не следует быть здесь. Хорошо, так проваливай. Друг, ты должен знать. Пошли разговоры. После смерти Паула и Ники. Короче, завтра голосование. По поводу? По поводу твоего изгнания. Меня хотят прогнать? Куда? Об этом долго спорили. В результате договорились на полмили от пляжа. Договорились? Я говорю это потому, что у тебя есть шанс все исправить. Типа искупить вину. Мне нечего искупать. Напрасно ты так. Подумай о выгодах, которые дает пребывание среди нас. Прокормиться сам ты не в состоянии. Пользуешься нашим туалетом. Пьешь воду, которую приносит по утрам Стив. Что? Ты в курсе, что мне еще 3 дня, 6 часов и 5 минут нельзя давать прозвища? Да. Так вот, вы, сэр Хьюго Шарообраз Надоед, загораживайте мне вид. Годится формулировка? Ты совершаешь ошибку. Прогнать меня. За меня не проголосуют. Черт, что за... А ну иди сюда. Ах ты, тварь! Как же тебя... Черт, ладно, я готов. Ну что? Готов попробовать исправиться, искупить вину. Я не хочу, чтобы меня прогоняли. Доволен? Друг, ну его. Это что, рыба? Нет. Ты пытался ее сам потрошить? Неужели ты так и не научился? Мы здесь почти 3 месяца. Так ты поможешь? Что? Исправиться. Сперва извини, что обзывался. Я сожалею, что назвал тебя Шара... Правда? Да, господи, ты хуже девчонки. Пошли, будем сеять любовь.